Здравствуйте. 9 февраля, 10 лунный день. Садья Адиастики, огня с элементом пространства, день высших сил благоприятен для домашнего очага, почитания огня, также проведения свадеб, сватовства, благих делах, духовно-посвятительской деятельности, благоприятен работа на дому, процедуре очищения. Ребенок, родившийся в этот день, будет творчески, духовно богатым, без стремлений к наживе, способный ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. Стрижка волос к обретению силы. Благоприятен для людей, родившихся год зайца, овцы, неблагоприятен годам, обезьяны, тигры, змеи. И в Лугинском Сахчудуване продолжение хорала, посвященному чудесам Будды. День благоприятен для посещения родившихся год свиней. Соблюдайте чистоту тела, речи и ума.